Сильные метели и снегопады. Сегодня погода кардинально изменилась. В крае объявлено новое штормовое предупреждение. В первой половине дня синоптики обещают снег и мокрый снег. Местами сильный. Порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду с усилением до 25. На дорогах возможны снежные заносы, гололедица. Температура по краю ожидается до 8 градусов мороза. По Барнаулу от 0 до минус 2 с похолоданием в течение дня. МЧС рекомендует не выезжать сегодня за пределы своего города или района.